Император Византии Алексис VI Клапсуризма приветствует своих зрителей. Седьмой раз Civilization 6, уровень сложности божество. За Византию с последними тут патчами, с новым режимом Великой Эпохи. Напоминаю, спонсоры прямо сейчас могут смотреть уже все серии во вкладке сообщества. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Ну и если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше к первой серии перейдите. Ссылка есть в описании к этому видео. Так, ну что, у нас тут происходит захват Индонезии. Недаром меня зовут Алексис VI Индонезоборца. Будем пока наши тагмы сохранять. Вот это избегаем. Глянем, где Маджапахит. Ага. Вот и Рузвельта встретили. Интересно, где? То есть, по идее, мы где-то тут его встретили, но где он сам находится, фиг знает. Блин, гавань горит, почему? А он, смотрите, Индонезия случайно с Америкой не воюет? Нет. Тут кто-то ей вон гавань расфигачил. Ну, в общем-то, надо Маджапахит сначала забрать, а потом Биму. Вот Маджапахит, это, я так понимаю, священный город индуизма. Мне бы его еще обратить. И у меня будет в способности таксис не плюс 3, а плюс 6. Так, тут... Если я апнусь... Не, ладно, я... Или подойти лучше... Не, ладно, тут поставлю пока поврежденных юнитов. Так, денежков все еще мало. Открываем теок... Да, тут жду теократию, чтобы апостола прикупить. Так, здесь как раз я собирался центр коммерции ставить. Надо бы выкупить там янтарек еще. Ну, может, он сам добавится. 8 ходов. Ну, да, в принципе. Можно подождать. Стоим. Или подъехать поближе. Давайте, наверное, буду подходить потихоньку уже. Так, куда мы тут? Ну, поплыву, наверное... Не, надо скаута вылечить. Хороший скаут. Мне уже одного хорошего скаута завалили. Так. Я хотел из Бадунга точно в какой-нибудь из моих городов направить. Если, может, в Гонку... Не, давайте в Константинополь. А вот из Тернати... С Тернати давайте, наверное, все-таки на деньги... А уже отсюда бегает в Гонконг, судя по всему. Нет. А почему, интересно, я не могу из... Серьезно, прикол. А почему вот из Бадунга я мог в Гонконг отправить, а из Тернати я в Гонконг не могу отправить? Что? Почему это? А Гонконг, кстати, ближе. Вот он, Гонконг, он ближе к Тернати, чем к Бадунгу. Это прикольно. Ну, серьезно, что ты? Странно. Не, в Кагуану я, пожалуй... Ну, просто я тоже в этот... В Константинополь. А Тернати как у нас тут... Ну, не растет. Не, давайте все-таки на деньги. Давайте в Мехико. Пока так. Ну, мне, конечно, надо... Мне, конечно, надо какой-то союз с кем-нибудь заключать. Встану, наверное, сюда. Нету денег на апгрейд юнитов вообще. Все это грустно. Мне бы, конечно, лучше чай обработать, чем шахты здесь строить. Так, тут равнина, тут лесопилка. Сколько зарядов?
Давайте, наверное, лесопилку тут потом я вырублю. Блин, ну не знаю, нету смысла. Давайте я к Джамби пойду. Нету смысла. Тут три жителя в Бадунге. То есть вот меня спрашивают иногда, почему ты не обрабатываешь все клетки. Вот нету смысла сейчас в Бадунге обрабатывать клетки, когда у тебя только три жителя. Вот они, собственно, и на всех нормальных клетках сейчас и работают. И вот тут еще и одна лишняя, на самом деле, обработана клетка. Как бы... Зачем тратить заряды рабочих тут, если можно потратить в каком-то другом месте? Так, слушайте, а сколько у меня, интересно, недовольство из-за войны? Минус 6. Да, мне надо, конечно, будет с Индонезией закончить войну и желательно некоторое время не воевать ни с кем, восстановиться. Ну, я думаю, что Индонезию мы уже точно заберем. Я не очень представляю, как она может с двумя городами тут вывести. Если глянем, что у нее точно два города. И это... Вот это будет реально уже Византийская империя. Вот это я понимаю. Размерчики. Слушайте, я вот, кстати, в Маджапахите-то я не имею плюс 10. Не надо в Маджапахит как-то религию разнести. Так, летучий отряд. Замки. А где там кирасиры? А, стоп, мне недоступны кирасиры с тагмой? Серьезно? Ну, это еще, кстати, минус. Нет, улучшить до кирасиры. А где кирасиры? Кирасиры в баллистике. А, блин, слепой, конечно. Конечно, вот они. Ну, далековато еще мне, конечно, да. Кирасиров. А что мне надо, чтобы их открыть? Мне, конечно, в кирасиры надо, с одной стороны. Ну, потому что они покруче будут. То есть тагма мне, на самом деле, не такой уж и классный юнит оказался. Ну, то есть плюс 4 просто. То есть, грубо говоря, например, у тагмы, предположим, вот сейчас 52. А кирасиры будут 64. То есть они в любом случае круче тагмы. Я бы в кирасиры шел. Пусть меня научат. Блин, что-то... Катапульта не убивается. Мне надо убивать юниты, чтобы религия распространилась. Давайте прыгну сюда. Все равно я буду здесь шахту явно ставить, так что эту ферму можно грабить. Сильно отваливается. Минус 6. Мне надо было сюда зайти вот этим юнитом в Джамби и тут его апнуть. Давайте подойду ближе. Да, слушайте, Маджапахит тяжеловато. Без распространения сюда но мне всего лишь одного. Подожди, ну, по-моему, следующим ходом тут не написано, когда он обратится. А, обратится написано, да. 49 ходов, нет, долго. Давайте, может, я куплю в Джамби как раз. Ну, я знаю, что один ход до теократии остается, но мне надо уже следующим ходом желательно Маджапахит обратить. Это ж пошаговая стратегия, это я слишком долго буду ждать. Поэтому давайте я куплю миссионер, и следующим ходом Маджапахит, я думаю, обращу. То есть, ну, у меня нету плюс 10, иначе, от крестового похода. Это очень крутой бонус для атаки. Так. Да тут...
тут, собственно, пока нечего обрабатывать. Так, здесь я буду вырубать сейчас. Давайте, наверное, уже библиотеки строить, где это возможно. Так, универ, три хода. Знаете, даже построю тут древние стены, пожалуй. Я все боюсь, что Корея может напасть. Несомненно. Вот еще гавань строится, блин. Давайте тут болото соберем. Так. Из Константинополя. Давайте в Трапезунд. Хочу, чтобы Константинополь рос. Так, тут жилье надо где-то взять. Монумент не нужен, древние стены не нужны. Ну, амфитеатр тоже. Теперь в Амон Сен-Мишель мученика. Так, собор Святой Софии. Ну, не знаю, но юнитов, мне кажется, у меня дофига уже. То есть мне этого должно вообще хватить. Мне бы денег. Короче, давайте амфитеатр. Мне бы денег на апгрейд. А, слушайте, а могу я еще район? Мне бы вырасти, мне бы, конечно, правительственную площадь еще надо. Вот мне, чего мне точно не хватает, это правительственной площади. Так, сюда. Я, наверное, железо лучше обработаю. О, там, слушайте, нашествие варваров на... А где... Слушайте, а где армия Гонконга? У нее же дофига юнитов было. Я же еще союзник Гонконга, надеюсь, да. Ну, все равно, конечно, отобьется тут мушкетер и мечник от двух коней. Отобьется, но все равно у Гонконга было намного больше армии. Куда все делось? Все куда-то девалось. А, да, я же еще и Колизей хотел строить. Ну, мне кажется, здесь лучше Колизей, чем в Тернате. Я все жду, когда эта клетка... Когда у меня будут деньги клетку эту... Слушайте, может, все-таки выкупить и сейчас Колизей построить? 85, а в Трапезунде 55. Давайте, наверное, выкуплю. Передам эту клетку Константинополю. И... Построю Колизей. О, недоступен. Не понял. Так тут же есть арена. Вот она. Не... Рядом с развлекательным комплексом. Почему нет подходящего места, не пойму. Клетка передана, вот она. Арена есть. Он же, по-моему, на холме может строиться. Нету ограничений. Чё за фигня? А, на ровном участке, блин. Молодец, 55. 55 денег в жопу. Класс. Ну, блин, в Тернате... Ну, тут я хочу театральные площади ставить. Можно еще в Одессе тогда попробовать. Но тут очень долго, вообще производства нету. Блин. Блин, это я ступил. Очень жаль. Очень жаль. Там бы Колизей очень в тему был. Хорошо, что будем в Тернате делать? Дипломатическое. Что с кампусом? Есть на плюс 2. Ну, центр коммерции тут вообще бессмысленен. Что с промышленной зоной? Плюс один. Ну, кстати... промышленная зона... Нет, не знаю. Не знаю. Возможно, тут? Ну, я бы, наверное, театралку лучше сначала. Блин, да что ж тут в Тернате-то построить? Так, мы слишком долго.
Строителей, мне кажется, у меня и так дофига пока. Мне денег не хватает. Мне все-таки, может, центр коммерции, к сожалению. Вообще без соседства, без всякого соседства. Давайте хорошо глянем. Вот тут кампус плюс 2, да? То есть, по идее, мне надо вот куда-то сюда ставить центр коммерции тогда. Блин, я бы рис сначала собрал. Ну ладно, давайте строителя. Ну просто вот реально нету денег. Это просто вот очень серьезная нехватка. Еще повторю, что науку я хотя бы с жителей могу получать. Так, тут ждем, пока присоединится клетка. В жопу 55 денег. А вот и Симон Боливар нашелся. Слушай, а ты вот так не хочешь? Однократно 27? Не, что-то я не хочу ему деньги давать. Давайте, может, вот эти дипломатические. Но ресурсы нам точно нужны. Какой мир? Да хватит, успокойся. Ты мне надоела. Какая настырная, блин. Так, теперь принимаем теократию. Вот это нам точно не надо, нужно содержание юнитов. А сюда возьмем, пожалуй, плюс 2 золота от торговых путей. Так, отлично. Теперь апостолы сколько стоят? 170, а помните, а было 200. Блин, все равно не хватило хода, да ё-моё. Сначала надо было попытаться обратить, а потом уже атаковать. Но все равно не хватило хода. Все равно не хватило хода. Блин, мне надо с той стороны подходить. Ай, блин. Такие тяжелые подходы к Индонезии, конечно. Видите, убираешь юнит, он начинает отваливаться. Ставишь юнит, самый сильный город остается. Плюс 2,8 идет. Достаточно жилья в Константинополе и в Тернате. Так, давайте сделаем. Так. Реформация открыта. Теперь, я думаю, мне нужен меркантилизм. Художника вряд ли. Союз бы с кем-нибудь. У меня вообще нету ни с кем нормальных отношений. Тут нечего делать. Болото вырубаем. Тагма стоит. Давайте, наверное, подбегу уже этой тагмой сюда. Так, два заряда. Ну, давайте пастбище, а потом какой-то из ресурсов. Конечно, было бы лучше слоновую кость, потому что у меня как раз слоновая кость и нефрит. И хотя, наверное, та и янтаря у меня нету. Да и нефриты у меня. А, все ресурсы норм. Какой там следующий первый присоединится? Янтарь. Так, тут мы к военному лагерю прёмся. Блин, уже арбалеты. Ну, 38, я не думаю, что они могут взять. Честно говоря.
Пока норм. Так, кого я тут встретил? 120 у Америки. Тоже круто. Тоже круто. Нет, селитру мы, наверное, за 14 золота всего. Я понимаю, если бы 14 золота вход, а то просто за 14 золота селитру. Такая жадная, про такие жадные компьютеры. Я просто фиги. Блин, еще я апнул арбалет. Ну ладно, сейчас мы маджапахит, я надеюсь, обратим все-таки в свою веру. Нет, да елки-палки, сколько там? Я не могу без плюс 10 взять этот город. То есть мне реально надо плюс 10. Блин, если я сюда встану, то меня вообще с трех сторон можно обстреливать. Хорошо, биму давайте тогда пробовать. Ну, пол стены сразу нету. Есть. И все еще не обращается маджапахит. Да, блин, сколько там? Я туда-сюда побегал. А, здесь, кстати, не сильно. Я забыл, что у меня... Это тоже важное счастье. У меня же карточка стоит, что от гарнизона плюс довольство. Соответственно, тут появляется довольство в Джамби, и не так отваливается город. Так, тут, наверное, пока постоим, полечимся. Постоим. Один ход до постройки гавани. Ну, реально тут ничего пока обрабатывать. Не знаю, тут тропический лес вырубить, нет. Все как-то пока... Пойду, что ли, шахту тогда здесь сделаю. Так, я жду... О, я могу апостола. Я вот просто думаю, что мне важнее, взять апостола и укрепить религию, или взять апостола и сделать инквизицию? Но я не думаю, видите, тут Антиохия... То есть я не думаю, что мне стоит волноваться по поводу католицизма. Это очень тяжело будет Франции его тут распространять. Поэтому все-таки давайте... апостола и укрепим. Он меня сейчас может убить, мне кажется. Вот это я тупо немножко я сделал. Опять в очередной раз. Так. Во-первых, я могу тут район какой-то поставить. Вот вопрос теперь только, театральный или научный? Я бы, кстати, здесь научный поставил. Наверное, все-таки научный давайте. Так, надо что-то пока... Ну, вот тут уже можно амбар. А промышленная зона есть где-нибудь? И тут тоже плюс 2. Но я бы лучше кампус сначала. Тут производство и так есть. Кстати, промышленную можно будет здесь. Да, я понимаю, что можно, например, тут акведук ставить, и тогда промышленная зона тут где-то норм встанет. Но у меня тогда кампуса особо негде делать. Поэтому давайте сюда кампус. Кстати, кампус где-то тут еще может хороший быть. Блин. Вообще, на самом деле, я могу здесь скорее вот тут акведук все-таки... Здесь тогда промышленную, здесь театралку, а вот здесь получается кампус. В общем, я тогда тут на один ход откладываю производство, я хочу действительно акведук поставить, ну, вырубить клетку, поставить акведук, а потом промышленную зону.
Так, ну пойду еще раз, какой тут раньше. Пока слона, пока. Ну ладно, давайте на слона встану, будем ждать, когда присоединится. Так, тут полечимся. Амфитеатр закончили. Ну, не знаю, может... Не знаю, мне кажется, тагму не стоит строить. Нужны ли мне вообще какие-нибудь тут юниты катапульта? Ну, кстати, катапульты можно построить, чтобы две бомбарды сделать. Тут два арбалетчика. Кстати, а мне только один, что ли? А, ну да, конечно. Так, мне надо деньги для апгрейда еще одного арбалетчика. Давайте две катапульты. Пока. Ну, я, кстати... А, у меня в Константинополе нету... Нету... кампуса. Конечно, вот я универы... Как только откроются универы, буду сразу универы. Так, тут я откладываю на одно... На один ход... И в остальных городах вроде все построено. Оксфорд кто-то закончил. Ну, пока тут все равно Корея, тут все равно выглядит как самая сильная. Да, она впереди по количеству технологий. То есть, вот мне надо на Корею реально ориентироваться. Ну, слушай, там туризму... Не, я не думаю, что Франция может туризмом победить, но тем не менее. Так, заканчиваем ход. Shift-Enter. Жамкаем. Это как откладывать производство? Тоже меня в комментариях спрашивают. Ух ты, уже Колумбия меня осуждает. Ты же не знаешь, где я. Это... Спрашиваю. Ух ты, что-то больно. Ну, тут обстреляли, правда, с нескольких мест. Во-первых, как откладывать производство? Во-вторых, зачем? То есть на один ход вы производство можете во всех городах отложить. То есть вы, грубо говоря, накапливаете на следующую постройку. Нету смысла строить все подряд. Боты, бонусы от соседства театральной площади. Но не так, чтобы у меня там было много бонусов сейчас. Пока не думаю, что стоит это ставить. Мне нравится то, что у меня сейчас тут есть. Так. Да, вот это... Могу все-таки... религию проповедовать, так что это и сделаю. Ну, то есть это я укрепляю религию, дополнительные верования. Давайте подумаем, что. Мечеть. Три веры и дополнительное распространение. Пагода. Пагода точно нет. Плюс одну единицу за каждую эпоху, прошедшую с момента строительства. Ну, единица культуры и четырех последователей этой религии. Единица науки за каждых четырех... Но у меня пока только в моих городах. То есть вот это ничего вряд ли будет работать. Две единицы науки, культуры, золота и веры за каждый исповедующий эту религию город, в котором... Кстати, а вот это... У меня как минимум есть Константинополь, как минимум есть... Будет Маджапахит тоже с чудом, да? И все, да? Пока больше никаких... Но все равно это неплохие бонусы. Ну, во всяком случае, из того, что тут дают на выбор религиозное единство. Дополнительный посол тоже, кстати. Интересно. Могу он пройтись по Гонконгу, Лахору и Мехико. Да и по Кагуане. А в Кагуане вообще есть? Да. Тут надо еще... Еще одного последователя и станет. Хм. Блин, просто дело в том, что я могу взять либо это, и потом. А потом только еще если религию укреплять, то только здания какие-то. Здания я не думаю, что мне сейчас нужны, а вот вопрос: что лучше, священные места или религиозное единство? Ну тут две единицы науки, культуры, я тут посол. Не знаю, хочется все-таки священные места почему-то. Пока. Будет плюс 4 науки, ну, когда Маджапахит возьму. Тоже очень приятно. Так, значит, сначала акведук.
Удаляем два хода, видите, потом промышленную зону. Тут промышленная зона будет на плюс 5, получается. Займет какая-то экспедиция северная. Бессмысленно тусит пока. Так. Я, наверное, все-таки хочу до Маджапахита добраться. Во-первых, обратись, пожалуйста. Еее! Теперь у меня плюс 6 должно быть от таксиса. Да, плюс 6 таксис и плюс 10. Ваншот сейчас будет. Катапульты? Нет, не получил. О-а-а. Так, отходим. Дальнобойных атак берем. Плюс 10. Это, конечно, моща. Пяу. Пяу. Так, атаковать ли этим юнитом? Я лучше сюда перепрыгну. Но он... Нет, этим я просто встану тогда здесь. Так. Давайте, наверное, так. Так. И так. Я думаю, следующим ходом Маджапахит упадет. Давайте, чтобы счастье появилось в Никее, встанем. Знаете, эти юниты расставлю по городам, потому что явно не буду тяжелыми вот этими колясками нападать. Тагмы у меня тут уже достаточно. Я давайте лучше сюда все-таки побегу. Ага, вот где можно было бы кампус, но это все-таки пока далековато. Блин, уже... Ну тут стоит копейщик. Мечником копейщика изи забрать. Так, в Трапезунде арену я построил. Дамба. Блин, ну 12 ходов дамба. 3 хода. Город не растет. Так, тут, я думаю, все-таки нужен монумент пока. Потому что именно вот эти клетки, чтобы он захватывал. Гавань-маяк. Стены достроил. Ну, это от универ. Это от Корейна всякий пожарный. Больше у меня кампусов нигде нет. Тут Эдесса мне надо, чтобы выросла. Но маяк даст жилье. Да, видите, плюс 2 жилья. Соответственно, город да, вырастет до... Должен вырасти до 10, мне кажется. Тагма, 3 очка, 4... А 3 очка мне за что дали? Возьми, надо, кстати... Маджапахита сошло, и еще то, что это священный город. 7 очков. Так, 8 ходов до конца эпохи. 13 очков. Во-первых, я могу драмон сделать. Это 4 очка. Так. Значит, мне 9 очков остается. Что-то тут надо поисследовать побыстрянее. Картографию. Ну вот. Вот вопрос, что из этого мне надо быстрее. Конечно, мне бы в баллистику, но тут ничего не ускорено. Это, кстати, может быть ускорено, когда я захвачу... Вот это к чему относится? А тут, правда, только казармы. А, к Маджапахиту. Когда Маджапахит захвачу, можно будет здесь построить. Так, ну ладно, мне в любом случае надо быстро открыть. То есть это каждое открытие дает очки. Я бы, наверное, в картографию сначала, потом массовое производство. Вот так, это, значит, еще 2 очка. Считайте, что здесь. Здесь ничего я бы... Ну, вот морскую традицию могу открыть, кстати. А это один ход и... Торговую республику. Или лучше дипломатическую. Надо попробовать дипломатическую службу, но я не вижу, чтобы я с кем-то мог союз заключить. Давайте, наверное, так и так. Есть какой-нибудь вариант заключить с американцем? Тут минус 9. С французом.
Известная причина минус 25. Но я думаю, что это скорее всего религия, что разные религии. У них свой этот католик. Мне бы, кстати, в Корею попробовать тогда религию разнести. У Кореи, по-моему, своей нету. Франция – католицизм, видите, Великая Колумбия. Ну, Колумбия меня не любит, что это у нее даосизм. Протестантизм, православие – это наше. Буддизм и синтоизм неизвестны, индуизм – это Индонезия. Кстати, можно попробовать разносить свою религию в Корею. Когда она обратится в мою религию, у нас с ней улучшатся отношения. Так, ну, вот этот, кстати, тагму могут убить. Могут убить. Вот эту. Два. Нет. Или убили. Нет, выжил. Ну, тут потому что, ну, видите, плюс 16 уже. Плюс 16, это вообще мрак. Ну, бонус соседства гавани мне не нужен. Давайте глянем, можно ли и нужно ли мне послов куда-нибудь отправить. Ну, я могу в Кагуану, в связи с тем, что у меня театральные площади уже есть, причем с амфитеатрами. Раз, два, две театральные площади есть. Промышленные, ну, тут мне точно не надо. Давайте, может, первого посла тогда сделаем. Так и так. Не понял. Почему ты не прошел первый? Так, теперь исследуем, подбегаем. Давайте смотреть, как у нас тут маджапахит бумкается. Блин, чуть-чуть не хватает. Тогда, наверное... Блин, так, ну надо этого рыцаря... Я, пожалуй, даже арбалетом это сделаю. Так. А к какому городу вот это все относится? Блин, чуть-чуть реально не хватило. Ну, следующим ходом заберу. Так, этим надо так делать... Спасаем тагму. Плюс я, кстати, еще заберу столицу. Это еще очки эпохи дадут. Ну, я Индонезию уничтожу. Тоже очки эпохи дадут. Правда, меня начнут многие не... Так, что-то мне тут... А, эти грабят храмы. Вот сволочи. Все как история. Варвары грабят храмы Константинополя. Все историчненько. А тут бананы грабят. Давайте потихоньку туда подходить, наверное. Мне пока... Даже вот так можно подойти. Арбалет не должен захватывать. Эх, не берется. Ладно, стоим пока тут. Этого поехали в Корею отправлять. Или может в Кагуану обратить? Да нет. Не особо мне это надо. Так, это мы... Рис хотел я вырубать здесь. Блин, поменялся с мушкетером, да, с этим. Вот уроды. Варварские. Ладно, пойдем тогда с арбалетом тусить. Тут тусить. Один заряд. Ну, наверное, вот этот тропический лес вырубим. На холме.
Так, и Антиохия может расти. Да, много свободного места. Еще раз повторю, надо было больше ставить. Надо было больше ставить цивилизаций. Надо ли мне тут промышленную зону? Два заряда. Вот сюда нужен кампус. В принципе, да, давайте в Херсонесе тут промышленную зону начнем. Сюда кампус. После промышленной зоны построю кампус. Колизей уже построили, блин. Так, этот военный лагерь относится к Маджапахиту. Значит, посмотрим. Мне надо сначала убить эти юниты, а потом Маджапахит захватывать. Посмотрим. Да, мне одного достаточно, очевидно. Да, захвачу. Значит, этим мы давайте катапульту увольнем. Этим... А что он тут строит? Мон-Сен-Мишель. Ну, вряд ли, да... Ну, конечно, у тебя захватывают столицу, самое время Мон-Сен-Мишель построить. Логично. Минус рыцарь. Так, ну теперь можно Маджапахит забрать. Ну, дали мне. Да, плюс 4, видите, за захват столицы. Значит, у нас 6 ходов и не хватает 6 очков. Я должен выйти в золотой век. То есть уже драмон это 4 очка, как минимум. А возможно, даже и без него выйду. Ну, тут у меня уже универ даже построен для меня. Как здорово. Давайте сюда встану. Тут. Давайте... Так сделаем. Маджапахите монумент. Амбар, водяная мельница. Так, арбалетом подходим. Так, иди нафиг. Наша полярная экспедиция под угрозой. О, время обрабатывать оленей и селитру, а потом чинить ферму. Постою. Так, арбалет куда-то ломанулся вперед. Сюда нельзя становиться рабочим, потому что тогда арбалет его сможет захватить. Тут, видите, не холм, он может двигаться. Так, добиваем лучника и тут ремонтируем святилище с храмом. В Джамби Библу. Трапезунде. Так, монумент закончили. О, уже, видите, добавилась как раз эта клетка. Ну, наверное, все-таки акведук уже пора делать. К сожалению, сейчас уйдет производство из-за этого. Немножко. Давайте арбалетчика как-нибудь назовем. Адские луки, отлично. Отличное название. Новый континент. Ну, скоро Индонезия в полном составе войдет
Византийскую империю. Видите, она даже сама отваливается, Бима, последний город. Но я не буду ждать. Зачем? Возрождение. Так. Это еще 2 очка мне даст, да, за 5 ходов. То есть 43-44. Мне 2 очков будет не хватать. Так, у меня давно надо было Губера посадить. Давайте мастерскую сначала, а потом кампус. Вопрос только, какого и куда? Рейну или Магнуса? Может, мне тут... Мне, конечно, куда-то надо Магнуса либо в Трапезунт, либо в Тернатии вот это вот вырубать. Знаете, наверное, в Трапезунт, я думаю. Я тут куча территории. Деньги минус 5 все еще. Трындец, конечно. Этого можно апнуть, поэтому выдвигаю вперед. Это вот тоже можно апнуть. Блин, вот эти все тагмы, это чисто за строительство ипподрома и зданий в нем. Я, по-моему, ни одну тагму не построил руками. Так, шоколад у меня есть? Есть. Ну, какао, точнее. А с кем-нибудь торговать вообще возможно? Чаем. Но чай у меня уже есть, то есть... Имеет ли мне смысл... Да имеет, конечно, имеет смысл шоколад обрабатывать, потому что у меня денег нету. А это дополнительные деньги будут капать. Как вы думаете, хорошая идея напасть на... Корею, который 180 науки и который уже в новом времени. Тагмами. Что, с 1100 год нашей эры идет? То есть я-то как раз нормально развит, типа... Соответствую времени, а Корея что-то нездоровое. Так, я хотел промышленную зону здесь. Ну вот, тут кампус на плюс 3 возможен. Нормальненько. Отметим. Но мне в первую очередь промышленную зону хочется ставить. Да, рядом с вулканом, да. Колосс построили. Так, что я... Могу еще кое-очко получить. Ну, за использование селитры, но дело в том, что у меня не открыт ни один юнит для использования селитры и не будет еще открыт. То есть все-таки надо на драмон что-то закладывать. 5 ходов. Как, сколько у нас драмоны строятся? Здесь строится 8 ходов, в Антиохии 4. Давайте мы, наверное, драмон в Антиохии, а в Никее... 6, да. Надо драмон в Антиохии начинать строить, иначе мы можем пролететь мимо Золотого века. У меня же даже денег нету купить его. Хотя, с другой стороны, за уничтожение Индонезии еще дадут очки. По идее, должно хватить. Ну, это по идее. Я вообще не против, пускай бьет этого парня. Только наоборот прокачает.
Бэм! И минус стены просто. Бэм! Ну, следующим ходом Бима падает. Отлично. Так, нужно ли нам тут... Интересно, а мне дадут... Во! Кстати, я же хотел проверить, если священный город обращал мою религию и в моих руках находится. Таксис считается? Таксис считается. Ясно. Захватывайте священный город, обращайте в религию, и все равно плюс 3 будет. Хорошо. Так. Еще мне вот интересно, если я захвачу Биму, мне тут дадут... ну, то есть ипподром я получу, считайте. Дадут ли мне тут Тагму тоже или нет? Это интересно. Наверное, давайте пока сюда строителя постоим, подождем. Блин, тут пророк колумбийский. Там Колумбия, смотрю, обращает Корею. Сколько у Колумбии? 20 городов. Это мощно. Еще один тут пророк бегает. Слушайте, я бы наделал пророков и с колумбийскими пророками тут воевал. На самом деле. Давайте, наверное, так и сделаю. То есть это не для укрепления религии, а для битвы с колумбийскими пророками. Сходили, арбалеты поломали мне просто эти бананы. Какие-то очень, очень бананы мне нравятся. Такие, фу, бананы. Так, что дальше обрабатываем? Константинополь растет потиху все равно. Монумент, монумент. Ну, я хочу, конечно, правительственную площадь, когда будет возможность. Или, слушайте, нам правительственную площадь в Херсонесе надо строить. Он-то как раз до 7 сейчас спокойно вырастет. То есть, тут будет промышленная зона, кампус и... Да, это в Херсонесе надо будет строить, точняк. Универ. Ух ты, Гонконг кто-то перекупил. Но мне, наверное, сейчас нету смысла его прямо обратно. Это, скорее всего, Индонезия. Да. Во-первых, я сейчас захвачу Индонезию, Гонконг опять станет моим. Во-вторых, мне не надо его союзить. Я не делаю проекты нигде. Он дает плюс к проектам. А Индонезия следующим ходом падает. Так, я поймал шпиона из Французской империи. Отлично. Так, пока тут постоим. Ну и прощай, Индонезия. Мечты Нусантары поглотила пучина океана. Плюс 5. Да, Драмон можно откладывать.
Мы вышли опять в золотой век. Вот это я теперь понимаю, Византийская империя. Вот это да. Вот это красиво. Ну, к Индонезии, конечно, тяжело было подобраться. И она реально, мне, кстати, повезло, что она прям близко ко мне. Потому что, вот смотрите, с этой стороны вообще никого нету. Я бы не знаю, как мне за Византию, с кем бы мне можно было бы драться тогда. Но вообще все это выглядит очень мощно. Так. Подходим. Апгрейдим. На 75% влияние других религий. Да, вот это пока возьмем. И этим тоже подходим. И... Впервые проходя около чудо природы. По-моему, я вообще ни одного чуда природы еще не нашел. В городах других цивилизаций с утроенной силой, да. Это мы сейчас будем Корею обращать. И, возможно, нападем на нее. Не знаю. Я подумаю. О, слушайте, а Канджу-то в моей религии. Ну, я бы хотел, на самом деле, убить вот этих апостолов. Вообще, вы знаете, если сейчас колумбиец на мою территорию зайдет этим, то я ему объявлю войну. А он с кем? В союзе или с кем? А он с Кореей в хороших отношениях. Блин, что-то так хочется Корею, с Кореей повоевать. Вот это минус 6, конечно, очень тяжелая ситуация. По деньгам все очень тяжело. Так, у меня две слонятины, по идее, имеются. И два какао. А торговать не с кем. Ага. Ну, во-первых, у меня сейчас спадет недовольство войной. Хотя тут что-то я вижу особо и не было уже. Но она сейчас спала, следующим ходом пересчитает. И у меня тут повыше будет. Один заряд. Ладно, пока постоим. И здесь, да, кампус строится. Этим рабочим здесь мы обрабатываем селитру. Этим рабочим... Ну, по-моему, так бы не появилось. Правда, с другой стороны, у меня тут юнит стоит. Ну, ипподром. Так, а янтарь обработан, да? Ну, пошли сюда пока. Возможно, этот камень. Я стою, пускай варвар обстреливает его. Я даже быстрее лечу, чем он меня обстреливает. Ну, поехали к Корее. Ну, 68 уже, мне кажется, тагмы не берется. Это надо... Блин, а где мне взять деньги на апгрейд юнитов? Я вот этого не могу понять пока. Мон-Сен-Мишель. Вообще, Мон-Сен-Мишель тоже хорошее чудо в моем случае, если я... Ну а что? А вот а что еще строить в Константинополе по-хорошему? Все районы и здания построены. Я сейчас жду, когда он до 13 вырастет, если он вообще может тут вырасти. Давайте, наверное, Мон-Сен-Мишель строить. А, стоп, тут у меня вообще-то ромашка запланирована. Ну тогда проекты в центре коммерции. Бенгала, правда, на гранты не прокачан. Скоро у меня Магнус сядет. Три хода. Еще давайте мы эту клетку в Херсонесе... Херсонесу передадим. В Маджапахите оружейную надо построить. Для ускорения пороха.
Ну и в принципе, кстати, давайте пока порох открывать мне. Хотя и массовое производство. Ладно, массовое производство открою, потом порох. Угу, угу. Так, тут оружейное, да. В БИМе вообще ничего. В БИМе только внезапно построен акведук. Бессмысленное. Я даже не смогу соседства никакого сделать с ним. Кампус и ипподром. Ну, мне тут, конечно, надо, наверное, с амбара и монумент, а потом амбар делать пока так. Сейчас меня, кстати, народ начнет осуждать из-за того, что я уничтожил Индонезию. Но Византийская империя должна быть империей. Подождите, Кагуани объявил войну. Я, конечно, не знаю, где находится американец, но атаковать Кагуану, вы посмотрите, ее территорию, это будет очень тяжело. Она не берется, просто не берется. Поэтому удачи парню в его начинаниях. Правительственная площадь, обращение в веру. Обращение в веру. Кстати, Кагуана хочет обращение в веру. Кто я такой, чтобы... Ну вот если я буду убивать этих апостолов колумбийских, то она и обратится в веру. Так, тут пока постоим. Ну, я думаю, на этой радостной ноте уничтожения одной из цивилизаций на карте планеты. Куда-то свалил туда апостол. Ну, вот тут апостол идет, да? Я закончу серию. Напоминаю, спонсоры продолжения могут прямо сейчас посмотреть во вкладке сообщества. А для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!